Да. И с заколочкой. Заколочка, да. Мы в оптику вчера идем, да, мы за очками. Ничего не идет, а за переходишь в двор. Вот так идешь, иногда раздраиваешь мальчики. Чего? Чем люди говорят? Они в наушниках. С людьми. Говорят. И куртка легче. И под низом практически тоненькая рубашка. И солнце очень-очень греет. Тепло. Весна. Надо обувь достать. Соответствующую погоде. Как теперь? Ну вот получше, конечно, почетче. М, К, Н, К, И, Н, Б, Ш, А. А? Ну, там... будут делать 2 недели. Почетчечки. Батончика приглянулась. Райчачки оплатили. Зачем так дорого? А что дорого? 4000 оправа, алина за 15 900. Земля же не выйдет. Да нет, никуда она не убежит, земля. Почву брикет замочила. Ну, уже там и перемешала, в принципе. Сейчас придем сажать. Буду. Рассаду. Не астры, и перца надо уже, пора. Тем временем мы уже пришли домой, пообедали. Сейчас будем пить кофе с тортиком. Еще пироженки вчерашние. С утра встала. Помыла все свои цветочки. Тет солнышко их припрятывала. Вот тоже помыла. Сейчас вольно тут под рассаду все готовят. Вот этот помыла. Видите, евро в эти по дереву 2 побега. Но вот так долго не давал. Сейчас пойду еще. Ну, Сяшек тут на у меня бардачит. Приготовили еще одну пиццу. И начнем сажать. Астры, петуньи и перцы. Боже мой, тут бардак. Что же это делается, а? Диточка. Нет, это вот прям бордель какой-то. Не вступнуть ногой. Ой. Вообще, что это такое-то? Все достано. Ничего не убрано. Ой. Что? Сейчас всё разберем. Вот. Видите, приготовила грунт. Это из почвы брикета. Вот блинчики с мясом. Там манго ребенку покупала. Почему эта крышка тут осталась? Ладно, буду разбираться. Разбиться сырная. То сыра на ней будет много-много. На лавашике. Разные. Духовка разогреется и туда. А мы пойдем искать стаканчики. Должна продолжить сажать перец, а я петунью. Мы вот уже 2 стаканчика засадили. В одной петунье, в другом перец. Вот и продолжаем это делать. Не очень глубокие делает дырочки. Не очень глубокие. Не по самое балуй-балуй, а на 1 фалангу. Иначе им долго будет оттуда восходить. Они... Это очень большие дырочки, зайчик. Мне что ли вот такого вот делать? Я тебе сейчас покажу, засыпай. Во-первых, чуть утрамбуй землю. Потому что мы когда начнем поливать, весь почвогрунт начнет прибиваться.
И стаканчики, окажется, очень мало. Начнет биться. И смотри, делаем вот такие, на одну фалангу. Вот. Сколько у тебя семян? 4. Ну вот, в один кидай 2. У тебя все взошли там? Проростки? Ну, только 2. Ну вот, сажай 2, которые проросли, и один выбери тот, который не пророс. Может быть, еще взойдет. Хотя уже давно лежат. Так, а у меня теперь подходит и вот этот, астра. Астра. Мам, знаешь, почему помидор. Я его хочу? Где у меня еще? Хочу петунья взять, потому что у него хвостик растет. Да, давай, клади. Вот еще петунья. Начинаем. Клафира. Она сырная. Там много видов сыра. Очень много. Один сыр. Очень сыр. Так, все, с перцем, с этим мы закончили, правильно? Да. Так, Леша ест сырную пиццу, а мы продолжаем сажать. Еще не ем. Ну, готовишься. Так, астры вот эту присыпай сверху. Тут мы сейчас астры посадили красную. Да. Тихо, только тихо. Лишь мне дали пустую упаковку. Повар, как ты? Я не повар. Подожди. Еще надо чуть-чуть земли. Не урони, не урони. Прям как ты несешь, как это. А как мне еще не встать? Чего ты? Так, все, относи. Все подписано. Куда? У нас. Вот на тот поддон, на желтый. На. Леша, ставь. Есть еще места? Почему? Ставьте чуть боком, ничего страшного. Вот, надо вот в этот стакан. Он узкий, хорошо сейчас стоит. Дырявь. То свято место пусто не бывает. Как освободили, так заставили. Вот. Что-то тут, посмотрите. Из пачек капало. Вот. Все. Бумажку. Туни. Выращиваем.